Главный психиатр Минздрава Зураб Кикилидзе предложил увеличить возраст получения водительского удостоверения с 18 до 21 года. Об этом сообщают федеральные СМИ. Врачи Владивостока пока такую инициативу не воспринимают всерьез. 21 год. Человек уже в это время окончает институты. Имеет высшее образование. У многих уже семья, может быть, вторая даже семья. Но говорит, а водить ему нельзя, потому что он незрелый. В чем незрелый? Тоже вопрос, как говорится, философский. Поэтому для этого существуют именно фильтры, медицинские фильтры. Если какие-то вопросы есть, человека направляют на психологическое обследование. 21-летний рубеж, по мнению московского психиатра, обусловлен отсутствием опасности. До этого возраста люди якобы не понимают, что такое смерть, а значит и за руль садиться им нельзя. 18 лет человек не знает, что смерть – это уход из жизни. Но инстинкт самосохранения, как известно, появляется еще с рождения. То, как он будет развиваться, зависит от самого человека, его воспитания и окружения. Как чувство опасности связано с получением водительских прав, не понимают и жители Владивостока. Мое мнение, что и после 21 года, в принципе, молодость играть будет. Так что, как бы, разницы, что 18, что 21, нет. В каждом случае надо подходить индивидуально. Например, моя дочка умела водить машину с 12 лет. Сейчас скоростное время, молодежь очень развита, я бы разрешила с 18. Мы лучше бы наоборот сделали 16 лет, потому что, ну, блин, не знаю, у нас много проблем по поводу добираться до школы трудно на автобусе. Как бы, как в Америке, там с 16 лет. Было бы клево, но с 21 это уже слишком. Представители автошкол к заявлению Минздрава относятся лояльно. Мы учим правилам, это главное, говорят инструкторы. А если водитель знает, как нужно ездить, то и проблем на дорогах не будет. Как раз и студенты в основном уже 18 лет. И они как бы, когда учатся, у них как бы мозг настроен на учебу. И в принципе им дается очень легко в таком возрасте. То есть они с удовольствием занимаются, с удовольствием катаются на автомобилях. И, как правило, процент сдачи экзаменов у таких людей больше. Тем временем, пока в Минздраве хотят увеличить возраст для получения водительских прав, депутаты предлагают сократить. В сентябре этого года в Госдуму был внесен законопроект о введении юношеских водительских удостоверений для граждан от 16 до 18 лет. Подростки смогут управлять автомобилем категории «Б» под контролем людей, обладающих водительскими правами для взрослых. Чье заявление окажется весомее, депутатов или психиатра, покажет время. Валерия Белоус, Дмитрий Сухоруков, новости на Восьмом.